Добрый день, дорогие друзья. С Виктором Викторовичем Моториным мы работаем уже больше 10 лет. Настолько интересная личность, настолько глубокий художник и великолепный человек, что вот это сотрудничество переросло, наверное, уже и в дружбу тоже. Настолько мне важно, что мы с Виктором Викторовичем работаем долгие годы, организуем вместе много выставок, работаем в музее Коломенское. И, конечно, вот в таком месте, где сейчас у него выставка, это, конечно, поражает. Учитывая, что это место очень такое серьезное, и что здесь отбывают наказание люди, и, конечно, что творится в их душе, мы можем только догадываться. И вот такие выставки, они, мне кажется, очень важны для них. Но не только для них, и для нас тоже. Я вот, когда узнала, что Виктор Викторович именно здесь, в Бутырской тюрьме, организовал свою выставку, я попросилась, чтобы захотела сюда попасть. И побывав здесь, в коридорах тюрьмы, внутри этого Бутырского замка, это, конечно, неизгладимое впечатление. Я считаю, что такие выставки нужно устраивать и приводить сюда как можно больше молодых людей, и мальчиков, и девочек. Наверное, это на каком-то подсознании происходит что-то очень-очень хорошее и необходимое, и извлекаются достаточно серьезные жизненные уроки. И очень важно, что Виктор Викторович, работая с нами в музее, тоже работает и с маленькими детьми, проводит художественные студии, музейные занятия и организует выставки и молодых художников, и молодых наших и школьников, и студентов. Я считаю, что это очень серьезная миссия. И я надеюсь, что мы будем сотрудничать дальше, как можно дольше. Спасибо большое.